Всем доброго дня, девочки. В общем, я не вытерпела до завтра. Сейчас я поеду на дачу, на свою любимую, на свою квартиру. Своих близких отправляю дома. В общем, на день, на два мне надо вообще уйти вообще в бега, чтобы никого не видеть, не слышать, не хочу. Сейчас будем все взвешиваться, чтобы не было никаких... В общем, этот день, уже не утро. Утром я была 88-600. Сейчас, естественно, прибавка. Так, сейчас мне тяжело. Ну что, подрекатировала весы, да? Да. Вот, сейчас будем взвешиваться, чтобы не было никаких вопросов потом. Не, откуда? От дивана? Ну, что, покажись-то какая-то. Не, я сейчас не покажусь какая. Ладно, все, давай. Давайте сейчас. Меня в зеркало. Так, вот это, значит, Чижов и его весы. Ваня, вставай. И я тоже. Ты потом, следующая. Она после папы. Вот, значит, это наш Ивашка. 83-100. Молодец, Ивашка. Схуднул? Ну, чуть-чуть. А был, кстати, 79 недавно. Вот что, значит, карантин делает с людьми. Теперь, значит, я. Я. Ну, ли пошли. Меня там не видно голой? Так, ноги-то показывай свои. Нет. 90. Только что было 89-500. Как так-то, блин? Ну, не может быть. Слушай, ну подожди. Ну, не... Да как-то странно. Они вообще очень странные, Вань. Включай. Давайте еще раз попробуем. Странно, я только 89-90, что было... нормально. Ты, ну, ноги, ладно, свои покажи. Все. Что-то сейчас, ты стоишь. Ну, это я. Да, господи, да уберите вы свои руки-то. Ну, видно, что это я. Вот животень моя, вот ноги мои. Господи. О, все. Ну, так я только что была 89-500. Как оно прибавилось-то, я ничего не понимаю. Ну, вообще, такие странные весы, а. Вот, я телефон убрала. 89-500. 89-500. Еще раз повтор. Ну давай, еще раз повтор. Дося. Подожди, Дусь, подожди. Сейчас. Вот смотрите, сейчас. Чтоб не было мучительно больно мне потом. 89-500. Или хотя бы можно посмотреть 56-800. Ну нормально. Че, нормально. Тысяча. Так, подожди, а этот самый. В общем, а утром была 88-600. Это прибавка. Все, уезжаю. Нервы мои сдают. Не могу больше. Все, надо изолироваться от общества, чтобы не наделать глупостей. Буду вещать с той квартиры. Да что ты надоела? Такая погода, я прямо не могу. Меня все разрывает. Блин. Сейчас еще с соседом поругаюсь. Ну, блядь, я его чуть не убила. Я очень не убила этого татарина долбаного. Я извиняюсь. Я не российская, но он просто меня достал. Ладно, все, давайте. В общем, вот пока что такой результат. Точнее, его нет. Нисколько я не сбросила на этой диете двухнедельной. Но зато объемы ушли. Что интересно, объемы хорошо ушли. А килограммы нет. Бывает такое, наверное, бывает. Ну ничего, я не переживаю. Все будет нормально. Мне бы еще вот... Ну, вот еще бы десяточку, вот 10 килограммчиков, и все, я была бы идеальна. Для себя бы я опять бы вернулась в ту Ксюшу, которая была в 2018 году летом. Я бы уже такая была, вся такая хорошенькая. Вот, ну, я там, конечно, была светленькая, сейчас я темненькая. Ну, мне тоже хорошо, все. Буду вещать уже с квартиры. Сейчас соберусь, сварю им ужин и поеду, все. Благо, сейчас есть куда свалить. Все. Видите, как телефон прибавляет. 400 грамм уж прибавил вообще, или 500 даже. Вообще, я в шоке. Телефон. Он, кстати, тяжеленький такой. Ладно, все, давайте.